ребята, с вами Карина и Марина. И вы находитесь на Манукян TV. Погнали! Да-да, ребята, мы сегодня здесь, мы с вами, и вы видите нас спустя такое немалое отсутствие. Нас не было в связи с тем, что нас поглотила учеба. И, ребята, если же вы нас потеряете опять, не дай бог, то ищите нас в Инстаграм. Там мы очень активно стараемся каждый день что-то публиковать, писать и выпущать сторис. Нет, на Ютубе ищите в Инстаграм. Нет, в Инстаграм ищите на Ютубе. И сегодня мы, ваши близняшки, будем исполнять русские хиты на 14 иностранных языках. Среди этих хитов будут песни таких артистов, как Ти-Фест, Джахалиб, ЛДЖ, Федук, Егор Крид. Поэтому собака нам мешает. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, и вы узнаете условия нашей игры. Это видео будет у нас в игровой форме, впрочем, как всегда. У нас с вами есть два ящика, в одном из которых хиты, а в другом иностранные языки. Мы будем по очереди доставать из каждого ящика листочки и петь самые популярные строчки песни на том языке, который нам попался. Надеемся, вам понятно объяснили, потому что на самом деле здесь все предельно просто. А в самом конце вы решите, кто же из нас победил под этой публикацией на нашем профиле в Инстаграм. Мнение каждого будет учитываться, потому что всех мы с Марой пролайкаем. И, конечно же, во всех грехах перевода обвиняем только Google переводчик. Потому что, ребят, вы сами понимаете, 14 языков, мы не все языки знаем, и поэтому в переводе будет помогать именно Google переводчик. Так что без лишних слов, пора начинать. Хиты мы выбирали, исходя из предпочтений наших подписчиков, из чартов различных. Так что, ребят, ни один хит просто так в наш список не попал. Погнали, ребят, песни, языки. Давай, доставай. Не буду открывать. А теперь я, ребята. Язык, да? А это песня. Окей, все, открываем. Я разлюблю тебя, когда исчезнет слов. Я разлюблю тебя, когда исчезнут города. И буду петь это на белорусском. Белоруссия, привет, мы любим тебя. Дошло и до меня. Я сразу открыла язык армянский, ребят. Там всегда, какое видео, армянский один из первых языков. Я не буду пользоваться переводчиком, я надеюсь. Розовое вино? Серьезно. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Именно вот эти строчки она будет петь на армянском. Ну что ж, ребят, дайте нам всего лишь пару минут, и мы переведем эти песни на данные языки. Это будет очень интересно, поэтому оставайтесь с нами. Schatz, ich ruhe im Morgen, nur mein Wunsch und Schen. Jeder hast du zu uns gekauft, wo du kein Garben, denn du mehr man bin. Bambak, man schack a gut, saru zu mir, was schack ich mit, ich hab zahle, geh ich tue. Я разлюблю тебя, когда сникнет слово. Я разлюблю тебя, когда сникнут города. И не слышь, я окуню хромые головы. Я разлюблю тебя, похоже, уже николи. Что-то типа этого, ребят. А теперь приступаем к следующим песням. Испанский, Вите надо выйти. Немецкий, Твои глаза. Я буду петь эти строчки. Твои глаза такие чистые, как небо. Глаза глядят тан-тан-тан. Такая сила притяжения. Ваши глаза. Он задрал уже, не знаю. А я буду петь, Вите надо выйти, вот эти строчки. Остановите, остановите, Вите, Вите надо выйти. Дальше там уже понятно, там один повтор. Так что давайте, мы пошли, а вы ждите. Deine Augen sind so sauber wie der Himmel. Augen schauen. Detenerlo, detenerlo, Vita, Vita necesita salir. Detenerlo, detenerlo, Vita, Vita necesita salir. Третий раунд. Мамо лео, мамо лео. Раз, два, три, беру песню и язык. Сейчас будем открывать песню, потом язык. Давай, твоя очередь. Открой же весь. Хоп. Хоп.
улети по-английски, ребят. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Правильная девочка на латышском языке. Это будет сложно. Как правильная девочка, меня такого неправильного. Такая маленькая стервочка, по местам все расставила, обняла и расставила. Короче, ребят, через пару секунд мы появимся, но уже со знанием латышского и английского. Она ушла. Ну и я тоже. Girl, let's fly, and you'll not remember me. Girl, let's fly, and you'll not remember me. Тикла по Мейтен, мам тикнет по Дейзи. Тикма за кю уце, мам бесия на ее уносись кю зис. Не судите, пожалуйста, нас строго. Знаем, что ошибок было очень много. Но, как вы понимаете, мы не знатоки этих языков, и Google переводчик не всегда прав. Поэтому переходим на четвертый раунд. Песня у нас такая, а язык такой. Давай. Лейла, это же так сложно спеть на любом из языков. Чёрт! Арабский. Они очень подходят. Лейла, 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 лейла. Ла-ла-ла, лейла-ло. Лейла, лейла, лейла-ло. А я буду исполнять песню I Got Love на языке французском. Wow. То есть, понимаете, я буду переводить теперь не русские слова, а английские на французский язык. Мы поехали. J'ai la bonne sensation, je t'aime l'esprit, je aime mon talent, mon amour, mon amour. Не забывайте досматривать до конца, чтобы в конце написать, кто из нас проиграл, а кто победил, ребята. И все будет в Инстаграм под нашей вот этой публикацией. Досматриваем до конца и переходим к пятому раунду. Кстати, если вы не считали, то раундов у нас всего 7, поэтому немножко осталось. Язык и песня. Это мое Егор Крид, ребята! Я буду петь это на корейском? Что? Ты прикинь, это значит BTS или EXO. Это все мое. Пам-пам. Абсолютно все. Абсолютно все. Это все мое. Молодые, но дерзкие на новой моде. Я выбираю то, что мне подходит. Теперь посмотрим, что же ждет Карину. Я уже вся в предвкушении, друзья. Вау, моряк, Федук. Я бы трубку курил, если бы морком. Мой парус задуваю тысячу ветров. О-о-о-ч, о-о-о-ч. А, это все. Моряк на хинди. Вот вы сейчас увидите индийское кино, друзья. Вот сейчас будет реальный трэш. Не судите нас за хинди и корейский, мы их не знаем, это все Google переводчик. Мы всех предупредили. До свидания. Агр мейк на вы, тату мейк падум рага панкарунг. Мэри пан хава унги, азару чарехе. О-оу, о-оу. Моду неко я, чолдечогуро модынга. Моду неко я, тамшиман дедеман госеломан чимуро. Нане негеманен госелкулына. По крайней мере, мы с Кариной постарались спеть и моряк, и BTS, хотел сказать, и Егора Крида. Вы должны это оценить, потому что переводчик подал нам жару. Шестой раунд, предпоследний. Воу! Посмотрим, чьи же там мы запрятали песни. Интересненько. Сейчас глянем, что выйдет. Тролль. Время стекло. Как же это переводить буду на казахский? Пожалуйста, не убивайте. Мы всегда предупреждаем вас нас не убивать. Потому что переводим не мы, а Google переводчик. А Google переводчик переводить правильно не умеет. Ну, постараемся не подвести наш любимый Казахстан. Ребята, мы вас любим, ребят. Какие строчки мы будем петь? Ты меня не тролль, ты меня не тролль. Видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль. Послушай! Тумана, ребят! Почему у тебя написано Тумана? Будем, значит, петь песню Тумана на украинском!
Украина, привет, всех любим. Всех вообще, кто нас смотрит, Украина. И Казахстан. Казахстан, все. Мы вас обожаем, ребят, поэтому всем привет. Мы споем эти строчки. В голове моей туманной маны утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. Так что, ребята, ждите нас, мы побежали. Семенини тролль, семенини тролль, крысом калай, маховато треда, семенини тролль, хей! Голови мой туманный маны, вытекло пухаря из кишень, а мне друзья говорили, забудь и забудь. Это было мега сложно, потому что здесь были и украинские, вы, зрители, у нас еще и украинцы, и казахский язык, а вы еще у нас, ребята, некоторые казахи. Поэтому мы искренне извиняемся, если были ошибки. Вы сами должны понять, ребята, что мы не виноваты, мы не знаем эти языки, и нам было крайне сложно их перевести. Но если, ребята, у нас были ошибки, а мы знаем, что они были, то, пожалуйста, напишите в комментарии правильный перевод, и это будет супер мега классно. А мы переходим к последнему раунду. Седьмой раунд, друзья. Последние две песни и последние два языка, друзья. Наоборот. Возьмем песню, которая будет вот такая вот. И язык, который будет вот такой вот. Я достаю сразу. Тает лед, друзья. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только даем. Я буду исполнять эту песню на татарском. Ну, а я буду исполнять песню «Мало половин» итальянский, ребята. Ого, как же будет звучать песня «Мало половин» на итальянском? А вот сейчас мы и услышим. Piccole metà, picco, piccole metà. Piccole metà, picco, piccole metà. Piccole metà, picco, piccole metà. Apro il mondo di gli altri uomini. Arasında biz ne kadar, biz bulsun ide hızı. Biz ne bir kadar tabağla, biz promek namaz ne de dajdem. Hem bugün biz iki o günü. Arasında biz ne kadar, biz bulsun ide hızı. Biz ne bir kadar tabağla, biz promek namaz ne de dajdem. Hem bugün biz iki o günü. Ребята, это, пожалуй, самое сложное видео в переводе текстов этих песен, потому что это самые сложные для нас языки. Казахский, украинский, белорусский. Но, если честно, мы просто боялись оплошать перед вами. Поэтому, пожалуйста, не бейте нас тапками, мы вас умоляем. Мы старались. Мы, на самом деле, снимали это видео 6 часов. Мы с переводом помогали и вы, за что вам огромное спасибо. Вы сразу отозвались у нас ВКонтакте, поэтому огромная благодарность вам, ребята. Также нам помогал Google переводчик, который нифига нам не помог, как вы могли заметить. Основная цель нашего видео – это развлекательная, поэтому, ребят, поставьте лайк, если мы хотя бы немного подняли вам настроение. И, конечно же, не забывайте писать под этой публикацией у нас в Инстаграм, кто же победил. Мы, как два брата, посмотрим, кто же из нас круче, лучше, веселее это сделал, судить вам, поэтому пишите скорее. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш Инстаграм, там вы увидите много каверов. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ребята. Для нас это очень важно, так как скоро нас будет 300 тысяч. Вроде недавно у нас было 30 человек. Конечно же, не забывайте про наши социальные сети. Как мы уже упомянули ранее, это ВКонтакте и Инстаграм. Там мы просто наиболее активны, каждый день 24/7. И, конечно, не забывайте про наш Twitter, Ask.fm и Musical.ly. Мы везде. И да, пока мы не забыли, ребят, включите, пожалуйста, уведомления на нашем YouTube-канале. Так вы всегда будете в курсе наших новых видео и не пропустите ни одно. Мы вас уверяем, вы будете первыми. Спасибо за то, что были с нами. Не забывайте писать комментарии, какая песня вам понравилась в нашем исполнении, на каком языке нам еще исполнить песни. И знайте всегда, наши дорогие, что мы вас любим! Мы вас очень сильно любим. Тут, кстати, должна играть клевая песня, как обычно. Я не знаю, что тут играет. Ну, крутая песня, короче, качает. Мы его сильно любим, наши зайки. Целуем!